Итак, настало время высаживать морковку и свеклу на улицу. Сегодня 1 мая, вроде бы и рановато, но погода становилась настолько благоприятной, что будем пытаться осуществлять первые посадки. Итак, первое, что делаем, нарезаем грядки приблизительно в расчете как раз на ширину туалетного рулона, так как мы именно на него сажали с вами семена. Дальше вот эти нарезанные грядки мы сверху разрыхлим, пройдемся граблями, сделаем углубление под нашу бумагу, и дальше я вам покажу процедуру. Итак, делаем широкую грядочку, делаем ее тыльной стороной тяпки. На соседней грядке, вы уже видите, я посыпала золой грядочку. И вот здесь уже теперь можно раскладывать рулончик. Вот такие получились грядочки. Грядка морковки, грядка свеклы. Мы их сверху поливаем, так чтобы вся наша бумага увлажнилась. Воды не жалеем. После того, как мы пролили водой, высыпаем сверху плодородной почвой, перегноем. Ну а после этого засыпаем с бахов обычной землей. Слой не должен быть очень большим, потому что все-таки растениям предстоит и так трудности с пробиванием из клея, клейстера нашего. Итак, будем ждать результатов.